Stealth is critical. There is a heavy machine gun looking directly at the main entrance. Uniform, can you feed enemy positions over? Updating your map? Now. Dispatch the sentry on the roof 1 o'clock to increase your odds. Best bet is to do it when he's near the right edge to avoid detection. И вдруг забыл, что если весь день ходить с мокрыми ногами, заработаешь тропическую язву. Ты что, издеваешься? Из-за этого он в лазарете? Ну да, хреновее случая я не видел. Вонь от его гниющих ног стоит аж на другом конце лагеря. Бедняга. Да, из-за таких, как он, у всех постоянно какие-то неприятности. Когда в отряде оказывается какой-нибудь капитан, head to the gap on left. Rely on foliage to stay concealed at all times. Сидишь под градом пуль в дерьмовой траншее, а рядом парень, от которого толку ноль. Плевать от этого хочется. Простая тропическая язва. Вот, в этом и проблема. Помяни мои слова, в этот раз будет полная задница. Так всегда начинается, с пустяков. Сначала один срывается, потом другой, а потом уже и у всего отряда сдают нервы. Расслабься. Отсюда мы выберемся через каких-то 24 часа. Я думаю, столько, что мы продержимся, а? Ты чувствуешь? Но у меня такое чувство, будто кто-то нас подслушивает и наблюдает за нами. Блин, да охланись уже. Ты себя взвинчиваешь из-за каких-то пустяков. From your 631, maintain a low profile. Birds flying high, you know how I feel. Real talent got there, Diaz. Keep him safe. Yeah, go figure. I can use that guy in the center as bait. Есть возможность взять еще один. Собираешься напиваться? А ты-то как думаешь? До полного беспалица. Осторожно, я его не вижу. That grenade in his belt is a perfect trap.